Короче говоря, купил iPhone 11 Pro Max. Это был дождливый день октября. Я сидел за столом, сидел и грустил. Грустил, потому что хотел купить себе новый iPhone 11 Pro Max, но денег хватало только на обычный iPhone 11. Я начал думать, где можно достать еще денег на новый iPhone 11 Pro Max. Настоящий джентльмен свеж. Алло. Слушай, ты не знаешь, где денег достать можешь? Не, братан, не знаю. Даже мое альтер-эго не смогло мне помочь должным образом, хотя да, жило оно в моих же мыслях лучше меня. Да, прям всё, ставь до конца. Я устроился фрилансером. Не мое. Попробовал стать блогером. Не сработало. YouTube заблокировал мой канал из-за нарушения авторских прав. Чётко, блин. Спустя несколько часов я зашел на сайт, который предлагал купить iPhone 11 Pro Max со скидкой в 98%. Я удивился. А вдруг это мошенники? Ведь тогда я заплачу всего 2000 за свой новый телефон. Вместе с этим на сайте высветилась подсказка. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Эта цитата замотивировала меня. Заказал себе iPhone. Через 2 дня курьер привез мне новый телефон. Я распаковал коробку. В ней действительно находился мой... Так-то лучше. В ней действительно находился мой iPhone 11 Pro Max. Но меня смутило, что он не включался. Ну а чего я хотел за 2000? Зато дизайн красивый. Теперь я могу понтоваться своим новым iPhone 11 Pro Max на 250... Стоп, я же даже не знаю, на сколько гигабайт мой новый iPhone. Могу просто понтоваться своим новым iPhone. Я пользовался своим телефоном 2 дня, 5 дней, 10 дней. Я проходил с ним целый месяц. Друзья поверили, что это настоящий iPhone 11 Pro Max. В социальных сетях ко мне начали добавляться красивые девушки. Одна из них даже предложила встретиться. Я был счастлив, ведь какой-то телефончик за 2000 рублей, похожий на iPhone 11, смог полностью изменить мою жизнь. А ведь он даже не работает. Решил заказать еще парочку iPhone 11 Pro Max, но уже разных цветов, чтобы менять их каждый день и привлечь еще больше внимания. Еще осталось купить такой же MacBook, часы Rolex, Lamborghini, переехать в Икею и постить в Instagram фотографии самой дорогой по комплектации спальни. Ну а что, пока жизнь подкидывает тебе лимон, сделай из него лимонад. Короче говоря, купил iPhone 11 Pro Max. Если тебе понравилось это видео, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал, а также делись этим самым роликом со своими друзьями в социальных сетях: Twitter, ВКонтакте, Instagram, Facebook, где угодно. Тебе будет несложно, а мне приятно. Спасибо за просмотр и скоро увидимся. Пока-пока!